Я привел вашего друга. Правда? Пусть отзовется. И спи. Я не сплю. Это Гаспар. Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный. Эй, а что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера! Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка, но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте у лодки подождем. Хочешь прикол? Вместе с теми двумя их всего 7. Белоснежка и 7 гномов. Ага. Теперь уже 5. Она под каким-то колдовством, наверное? Сон какой-то? Да, очень вероятно. Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял, и не надоело ему. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя.
Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? А Валакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу. Как интересно. Почему, собственно, Авалак тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалак пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Редина. А что нужно Иридину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. Иридину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот перенести сюда тысячи Аэнейли его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Валак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Надо было там остаться. Это что-то вроде отсылки к киберпанку их новому? Или что? Или так просто? Меня вот постоянно, зачем они здесь вообще сделали возможность уйти? Ну просто уйти, закрыть это... и не разговаривать, вдруг кому-то неинтересно. Странно, не знаю, зачем. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. А, наверное, можно с этого, да, начать? Я не знаю, как правильно. Вот как? А, ну хотя я знаю о твоих приключениях, я не знаю уже, в принципе. Ну давай первый вариант тогда. Первый, наверное, да. Ну тогда расскажи мне, как все было, по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили, я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалак начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму? Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалак не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились.
Я прошла через портал, но вместо убежища Валакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьмы. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу, поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя, Иен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других, и что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Лютик, блин, как обычно. Угу. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллинге. Побережье Хиндерсфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Ты знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет, всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон.
Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Лодку уперли. Ага. Слушай, надо что-нибудь придумать. Вот нафига спрашивается? Опа. Опа. Вот же засранцы, а. Забери нас отсюда. Они узнают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Забери нас домой. Засранцы неблагодарные. Угу. И по острову нам погулять не дали. Дополнительно. Все-таки. Угу. Переживает. Угу. Все, все, все хорошо. Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. Авалак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. А Трис тут откуда? Мы же ее, где не звали. Ну, то есть не было такого. Не было. Потому что мы с ней еще до того, как общались. Угу. Не знаю, вообще вот не знаю. Ну, может, поздороваться, конечно, там, или. Ну, как бы да, наверное, все-таки. А почему на вы? Вас обоих, в смысле, обеих, наверное. Ну, не знаю, короче. Что выбрать? Я чертовски рад вас всех видеть. Может, я оставлю вас на минутку? Трис, успокойся. Нет, нет. Вы наверняка соскучились. А лишняя минута ничего не изменит. Не, давай останемся.
Может быть, диалог какой-то получится. Ну да. Хорошо. Тогда минутку и идем, ладно? Мне немного не по себе. 45 секунд. Что? Нам осталось 45 секунд вдвоем. Уже 30. А потом мы бросим вызов дикой охоте. Так что умоляю, не стой столбом. Йен, я тебя обожаю. Что ж, троечка за оригинальность. А вот за искренность. Ну, пойдем. Такое небольшое отступление. Ага. Можешь сказать что-нибудь об их магии? У нее есть навигаторы, которые открывают порталы. С порталами бороться можно магией или двимеритом. Еще они используют холод, приходящий из пустоты, сквозь которую они путешествуют. Слишком мало. Ага. Это будет тяжелый бой. А нам так и не сказали, откуда она тут. Ха. Мне сказали, что за ней гонится дикая охота, и что у нас могут быть непрошенные гости. Так что я готовлю махакамскую смесь. Как рванет, костей не соберешь. А, они ждут, можно вернуться к этому. Можно, поболтать. Да, поболтать. Так, Золтан, подожди. А я просто думаю, как разорваться-то? Ну за да. теми бежать или с этими разговаривать. А там внизу больше никого не пропустили? Надо глянуть. Да вроде никого там не было. Но да, есть смысл посмотреть. Коняха красивая. Ну, вроде да, никого. Угу. Я думала, что с ней уже вообще никогда не встретимся, Стрис. Стрис? Я тоже, честно говоря, думал, что как бы все. Ну, в смысле, в игре. О, книжка, смотри. Ага. Как оно, Геральт? А, понятно. Будь здоров, Анкрайт. А даже поговорить нельзя. Как оно, Геральт? Вот так вот, да? Угу. А книжку будь почему здоров, я, если Анкрайт. Беру, то... Так это, наверное, просто вот к этому месту, наверное. Это не к книжке. Или нет, к книжке. Странно. Я уже засомневалась. Ну все, нормально. Пойдем. Ладно. Ну, все в порядке? С Золтаном-то от должны... Сука, аж чихать страшно у этих бутов. Ну еще бы. Все инструменты прихватил? Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство — махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. О как, ты у нас кузнец? Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Угу. Таким образом нам здесь поставили мастера. Но он достаточно слабенький, я так смотрю. Угу. Ну так, базовые какие-то вещи может сделать. Угу. Нам, правда, это ничего не нужно. Поговорим позже. Ну, он же не специалист. Прям вот вообще. Ну да. Так. О, ушли. Слушай. Ладно, что теперь? Ну, я так думаю, учитывая, что нас здесь отвлекли этим диалогом, то, наверное, так задумано все. Наверное. А мы, кстати, прокачаться можем. А что я там? А, вот я начал, я по-другому немножко сделал. Стал этот, начал бессмертие прокачивать. Два навыка. В смысле? Откуда у нас два уровня-то сразу? Мы 26-й были. Сразу 28-й. Опыта хорошо давали. Офигеть. Ну ладно. Пусть будет. Вот, то есть у меня теперь получается здоровье будет восстанавливаться с бонусом 50%, нужно не менее одного очка адреналина. Адреналин будет использован. Ну это понятно, он в любом случае будет использован. К этому, конечно, навыку было бы неплохо еще иметь решительность вот эту. Я вообще думал немножко перекачать и с гибрида
алхимии уйти больше в красную ветку, а в алхимии взять буквально там вот увеличить порог, вот это убрать, но взять стойкость, чтобы можно было больше пить. И, по-моему... А, и вот защиту прокачать, все. То есть, получается, три навыка в алхимии как раз бы было, а все остальное в красную. Но я не знаю, я пока боюсь так экспериментировать. Если у нас будет какой-то перерыв от сюжета, то, наверное, как раз попробуем. Потопали? Да, сохраниться только надо. Надеюсь, этот газ подействует. Подействует? Надо только поджечь его в нужный момент. А эта дыра останется здесь навсегда? О дыре будем думать, когда все кончится. А теперь отойдите-ка, мастер-ведьмак. Так, я могу, интересно, с ним? Волк, Анаир, Анадар, Валанда. Колдует там что-то. Устал? И воняет этот газ. Надо всем сказать, чтобы не ходили туда с огнем. И что теперь? От выпивки я бы не отказался. Я тоже. После совета поищу чего-нибудь. Стены чинили халтурно, только все испортили. Зачем этот газ? Он легко воспламеняется. Я собираюсь взорвать его, и вместе с ним несколько воинов охоты. Стены крепости не пострадают? Это не стены, а развалины. Им уже ничего не повредит. Мы не каменщики. И очень жаль. Мы не сможем удержать охоту снаружи. А почему нечего первый вариант? Жалеть. Держать осаду мы тоже не обучены. Встретим их во дворе. А почему нет? Ну, просто спрашиваю. Я бы второй просто выбрала. Хочу узнать, почему ты выбрал первый. Ну, просто логично, мне кажется, было бы сказать, что мы же не каменщики. Не разбираемся в этом. То есть я тут могу ходить, в принципе, и ничего не будет. Всемир. Сам же сказал, нельзя рабры огнем пользоваться. В сторонку ушел. Ага. Я еще кого-то слышал, не пойму. Она одна из нас, Геральт. Мы не позволим ее забрать. Угу. Чёртова рухлядь. Она немногим младше Весемира. Ну что, получается? Скорее стану иерархом Новиграда, чем эта хреновина выстрелит. Ясно. Все, можно идти. А там с другой стороны... Готовы? Никого. Всегда готов. Вот тут, да, где-нибудь слева, вон там, погляди еще. Не, вроде. Не, ну тут вот на стену можно зайти. Ну давай. Почему бы нет? Просто я так смотрю, они тут по всему замку стоят, и, возможно, где-то по периметру еще кто-то есть. Да, очень вероятно. Ну так не видно. Ну, есть смысл обижать, и если никого нет, просто пойти сразу в замок потом. Ага. Сделаем чик-чик. О, подожди, вон там кто-то. Эскиль, по-моему. Ну потом спустимся к нему, ты же наверху. Он прямо у входа. Так это только внешний двор. Там же еще будет внутренний. Ну, да. Потом. Ну в любом случае. Вроде никого. Ну вроде. Подожди, это не здесь дыра в стене была? Или мне кажется? Стреляет кто-то, да? По-моему, кто-то там мечом машет. А. По звукам очень похоже. А мне показалась стрела. Как будто. Ну ладно. Ну может. Это непонятно.
Эскель. Здравствуй, волк. Эскель. Не мешай, я готовлюсь. Ну ладно, готовься. Зелья варят всякие, медитируют. Ага. А с правой стороны там нет каких-то? Нет, там заходит. Ничего не было. Пьянка, ну вот, видишь, стреляет. Он и так высоко. Ты его всегда заваливаешь, когда отпускаешь тетиву. Кроме того, у горящих стрел совсем другая траектория. Я рад, что вы здесь. Я собирался приехать один, но Бьянка меня выследила, заставила взять с собой. Я думала устроить тебе скандал за то, что ты меня не позвал. Но по дороге уже все высказал Раше. Старые знакомые. Ха. Что здесь делает этот ублюдок? Он нам нужен. Может, ты и забыл, что он сделал, а я нет. Я должен спасти Цири любой ценой. А Лето уже встречался со всадниками охоты. Я не сомневаюсь в его умениях. Я просто ему не доверяю. Лето не предаст. Ты наивен. Обычно меня это не касается. Но в этот раз из-за твоей наивности можем погибнуть мы с Бьянкой. Подумай об этом, пока не поздно. Мы останемся и поможем тебе. Но мы не хотим, чтобы он стоял у нас за спиной. Да, Лето, это сейчас нафиг не нужно. Ему это и тогда-то не то, чтобы было сильно нужно. Просто тоже... А по отдельности сейчас вот, получится с ним болтать, нет? Наверное, вот нет. Тоже хотел попробовать. Бьянка, не бесись. Зря ты пригласил убийцу королей. У всех книжки про этих эльфов. Раше, не до разговоров мне сейчас. Обиделся. Тренируется. Ага. Как настроение перед боем? Помнишь, как мы сражались с ними под деревом висельников? В этот раз тоже справимся. Ну вот. Ну и ладно. Как настроение перед боем? Ясно. Помнишь, как мы сражались с ними под деревом висельника? Так. Куда пойти? Вот куда здесь можно пройти? Я даже не знаю. А кто у нас там еще остался-то? Не помню. Я тоже как-то не очень помню. Наверное, пробегусь. На всякий посмотрю. Угу. Может быть, вдруг еще что-то есть. Где-то. О, Цири. Пожалуйста. Даже далеко ходить не пришлось. Как же я раньше боялась гребня. Как вспомню все эти синяки. После того, как ты оставила меня и я на острове Яблонь, что с тобой было? Я путешествовала. Сквозь время, пространство, разные миры. Я видела дома из стекла, бегала с единорогами по краю света. Даже жила в подводном царстве. Свобода. Ты всегда любила ее вкус. И по-прежнему люблю. Так зачем же ты вернулась? Потому что я захлебнулась свободой. Когда все возможно, то вдруг это становится не так соблазнительно. Каково это – путешествовать между мирами? Приятно. Это трудно? Сначала было трудно. А со временем стало настолько же легко, как ездить верхом. Готов поспорить, что многие чародеи хотели бы этому научиться. Наверное, да. Но Авалак утверждает, что у них нет ни нужных знаний, ни навыков. Он сам учился этому 400 лет и все равно умеет только открывать существующие порталы и проходить через них. А я могу идти где хочу и когда хочу. Слушай. Нужен твой совет насчет Йеннифер. Здорово. Давай. Короче, я бы хотел ее куда-нибудь забрать, как все кончится. Куда-то, где тихо и красиво, чтобы просто отдохнуть. Ты столько путешествовала, хорошо ее знаешь.
Что скажешь? Я вот думал насчет спалы или долблатана. Пойди с ней на первый попавшийся постоялый двор, заплати за месяц вперед и повесь на дверь табличку «Не беспокоить». Прямо так? Прямо так. Как получается, что Иридин может тебя обнаружить? Когда я переношусь из мира в мир, то я вызываю что-то вроде волны, которую может почувствовать кто-то, кто этому обучен. Так, по крайней мере, это объясняет Авалак. И он тоже это может. То есть на самом деле ты не должна пользоваться своей силой? К счастью, эта волна возникает только при длительных переходах. Когда я переношусь на небольшие расстояния, помехи практически незаметны. Получается, в принципе, она вот только недавно научилась пользоваться, вот именно точно перемещаться. Ну да. Силы своей пользоваться, я имела в виду. Да, да. То есть она даже так удивилась, что точно попала сюда. Обрадовалась, удивилась. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. В книгах был момент, как раз описывающий, как она этой силой только когда-то только начала пользоваться, как бы. Причем это было поначалу было случайно, потом было специально. И то есть она вот как раз искала возможность попасть домой. И там, ну, то есть вот как раз описывалось, как она через эти порталы проходила. Mm-hmm. Интересно, короче, было. Здесь-то нам этого, наверное, особо не расскажут. О, не понял. А почему вас два? А может, они у них все колокольчики? Да-да, только хотел сказать, что... У Геральта для все удобства. Плотва, козы, все колокольчики. Точно-точно. Вот дыра тут, конечно, не к месту. Совершенно. Ну а что делать? А, вот здесь подняться можно. Да, тоже, наверное, есть смысл пройтись на всякий пожарный. Вдруг что-то кто-то будет. Ну, тут вроде не видно. Угу. Сундук вот этот дурацкий там стоит. Ну да. Как к нему добраться, непонятно. Левитировать мы пока не умеем. Ну все, никого нет. А, вот еще куда пройти. Да, тут еще можно. А все, тупик. Ну да. Ну ладно. То есть, наверное, можно заходить внутрь, да? Да. Похоже, что так. Хотя я там, где Цири, по идее, могу еще пробежаться наверх. Давай, наверное, я сейчас сбегаю. Если там ничего и никого нет, ничего не изменилось, то мы просто... Начнем отсюда. Да, начнем отсюда. А, ну там тренируется, смотри. Ага. Не, ну вряд ли бы кто-то полез туда прям вот. А подожди, а я и не могу. Тут лестница раньше была вроде. Убрали, значит, хватит лазить. Ну, все, значит. Да. Может, я, конечно, не заметил. Хоть выглядеть буду хорошо. А зайти можно? Хочешь порадовать дикую охоту? Женщина делает макияж только за тем, чтобы порадовать себя. Хорошо, что ты здесь. Рада тебя видеть. Я думал, ты будешь раньше. Сначала я вообще сюда не собиралась, но потом передумала. Почему вдруг? Есть вещи, которые женщина не должна объяснять никогда. Чародейка в особенности. Так неинтересно. Я думала, мы прям там, как бы в комнате окажемся. Ну как, нравится тебе Каэр Морхен? Больше, чем Велен. Но это не трудно. А ты можешь этим развеять иллюзию? Своей штукой этой? А я не могу, она автоматом пользуется. Понятно, ясно. Как дорога, без происшествий? Я сюда едва добралась по всем этим горным тропинкам.
Ну ладно. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Опа. Ага. О, у нее можно это взять. Ага. Для сброса. Ага. Всякие эти у нее камни продаются. А книжки? Ложа чародеек. Путешествие между мирами. А тебе только желудка не хватало какого-то куролеска, да? Да. Его тут нет. Да, его тут нет. Там справа вверху мясо какое-то. Вот аринарию можно забрать. Вот это? Это этот. А, винный камень, ага. Поняла. Ну все, я не вижу ничего такого. Ну да. Хотя нет, вот еще семена спорни можно забрать на всякий. И что-то еще такое тут было. Редкое достаточно. Не, сейчас так, наверное, уже не вспомню. Забавно, тогда продвигаешься, то тебе кузнеца подсунули, теперь вот торговца алхимии. Ага. То есть, чтоб подготовился нормально. Яд. Я уже думал, это яд голубоглаза сейчас бы. Да. О, подожди, а у нее прям хорошие камушки продаются. Ого. А чё так дорого-то? 1254. Могла бы и скидочку по дружбе сделать. Процентов 90. Дружба дружбой, а денежки врозь. Вот так. Ага. Капец. Сломалось? Что-то сломалось. Круто. Печально. До свидания. А, фу. О, менюшка просто заглючила. Собирай всех, начнем совет. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Спорить не стал. И какой у нас план? Я не знаю. Возьмем инициативу, наверное. Редин, король охоты, абсолютно уверен в себе. Он захочет повергнуть нас одним мощным натиском. Если мы перехватим инициативу, то спутаем его планы. Я создам над крепостью магический барьер. Смешаю их порядки и заставлю приземлиться в лесу. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Я пойду с вами. Всегда легче выйти на врага, чем ждать. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт, приготовить нам 2 меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Mm-hmm. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Как хитро все. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Mm-hmm. Да, наверное, вместе нужно действовать. Цири, конечно, важнее. Вот я прям даже не знаю, какие-то ответы такие. И то, по идее, как бы надо бы.
Ха. Ну давай Цири. Самое главное для нас Цири. Это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. А, во. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор — последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. И мы, конечно, выбираем. Получается, что мы как бы заранее с ними со всеми поговорили уже, узнали все это, а они нам только рассказывают. Ну, то есть, видимо, подразумевалось, что мы сразу пройдем, проведем совет, а потом пойдем уже гулять по замку. Вот так. С ними общаться. Ну да. Не знаю. Но ты видишь, они только нам рассказывают про эту смесь махакамскую, то, что он нам тут удивленно так говорит, что вы знаете, что я обнаружил залежи газа? Да не, ну не знаю. Странно это. Мне кажется, нам уже потом не дадут погулять. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Ё-моё. Я думаю, это не особо критично все-таки, вот это все. Не, ну ведьмаки без эликсиров не ведьмаки, так что, наверное, все-таки. А ловушки это что? А ловушки не знаю. Ведьмачьи ловушки. Что это? Непонятно. Непонятно. Мы всегда полагались на эликсиры. Надо сварить их как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Ха. Наверное, все-таки стену будет правильнее заделать. У остальных-то оружие свое у всех есть. По идее. Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. О, можно еще переделать что-то, да? Угу. Да нет, наверное. Я надеюсь, это не сильно критично, все, что там я навыбирал. Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Геральт, Ламберт и Лето ждут в лесу. При помощи Двимирита они будут закрывать порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников попало в крепость.
Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Что готово? Времени было мало, так что немного. Эликсиры. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. Возьмем с собой Лету. Ты знаешь, что я об этом думаю. Ага, то есть, в принципе, эликсиры можно было бы не делать. Ну, то есть, учитывая, что у меня и так все отлично прокачано там, угу, на максимуме, то есть, выгоднее, ну, было вот бы ловушки. Видно. Видишь, не очень понятно было. То есть, они тебе просто дали отличные версии эликсиров, да? У тебя почти все эликсиры уже сделаны. Ну, да. А кто же знал-то? Я думал, они себе делают эликсиры. Я об этом же. Я думал, это просто формальности в выборе. Ну, да. Теперь интересно, что там за ловушки. Ну, да. Ну, скорее всего, тоже не очень важное что-то. Я думаю, да. Но не факт. Так. Вот это мне пригодится. А еще я, наверное, могу вот эту решительность себе пока поставить вместо обмана. Да? Ну, обман тебе... Кого мне тут вроде обманывать? Как сейчас не нужен. Вот и я тоже так думаю. Это будет полезнее. Ну-ка, вот Цири. То есть у нее диалоги, наверное, будут сейчас те же самые. Есть минутка? Серьезный разговор. Ага. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не надо ко мне относиться как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда. Все будет хорошо. Угу.